рыбалку приехал? На речку, на Печору. На рыбалочку приехал, да? Да. Всех приветствую вас, ребят, на канале. Сезон охоты и рыбалки. Вот, наконец-то мы выбрались на рыбалку, да еще и на речку, на Печору. Очень давно хотелось сюда попасть. Я мушкара под глаз уже укусила. Это вчера еще укусила. Значит, поехали мы на 2 дня, на 2 ночи, взяли с собой мотор, лодочку, и сейчас будем разбирать весь шмурдяк. Сейчас только вот доехали, ехали 200 километров, а дорога плохая, добирались долго, короче. Сейчас перекусим, конечно же, потому что с утра ничего не ели, пока сборы все, пока доехали туда-сюда. Вот. Очень много рыбаков, машин стоит. Полная машина. У нас, да, все запихали. Весь шмурдяк. То есть лодка, удочки, спиннинги, жилетки, спальники, коврики. Все, ну, забито под потолок. Еда там, конечно, вывалится, не? Под потолок все. Бензин. В общем, влезло все-таки в Ниву. Хотели на 2 машинах, в итоге поехали на 1. Нормально все. Доехали. Погодка у нас сегодня хорошая, тепло. Сегодня у нас уже 15 августа. Эти 2 дня вроде без дождя обещают. Обещали, по крайней мере. Ветра особо нету, тепло. Тут переправа идет Вуктыльская. На Вуктыл дорога дальше пошла. В общем, все, сейчас разбираемся, выкладываем шмотки, перекусим, надуваемся и выплываем. Мошки очень много, да, летают. И выплываем уже на речку. Вверх поплывем. Искать места рыбные. Вон сколько рыбаков стоят уже, машины. Да, снимал уже, показал. Ночью попробуем пофидерить сегодня, завтра. Я сварил кашку. Мне там товарищ посоветовал кашку из 3 каш. Не знаю, что получится с этого. Изей не пробовал, еще на фидер не ловил, но попробуем ночью. Вечером, ночью. Сейчас время уже, мы доехали уже поздно, 5:30 сейчас. Пока туда-сюда уже. Сколько подымемся, успеем. И уже будем там причаливать где-то. Порыбачить успеем, не успеем, неизвестно. Если ясь на кашу не будет клевать, значит сами сидим. Сами сидим там целый этот. Можем всю Печору накормить кашей. Целое корыто получилось. Вот, ладно. Собираемся и выплываем. Всем приятного просмотра. Вложили весь шмурдяк в лодку, почти все. Все-таки фальшборд и фартук, это, блин, хорошо. Туда просто запихиваешь, лямками зажимаешь. Очень много сюда влезло вещей. Сейчас вот перекусим немножко. Немножко у нас осталось 2 стула, канистр с едой и жилетки мы оденем. И все. Все, ну давай, за рыбалочку, за приезд, наконец-то, да, за приезд и первый выход на Печору, сколько собирались сюда, сколько желания сюда было попасть, и это именно на лодке, что мечты сбываются. Давай, если сильно захотеть. Сейчас совсем немножечко перекусим и поплывем. Все, скоро стемнает уже. Все, едут и едут. Все, собрались, выплываем. Время у нас уже, блин, без 28. Раньше не получилось. О. Все, жилетка как положено, приобрели. Все.
Все, выплываем и встретимся на воде уже. Видно? Крючанику. Не получилось поснимать нормально. Только выплыли, сели на мель, потом заглохли. Короче, непонятный какой-то старт у нас получился. Информатора не знаем. Ничего толком не знаем, первый раз. А у тебя нету здесь этого подсветки? Есть. А что, не видно так? Нет, темновато. Ты а потом включу. Сейчас не пока... видно ничего вообще. Уже стемнело почти, да. Нам хоть надо доплыть немножко где-то. Местечко найти. Потихонечку на небольших оборотах идем. Там он костерок кто-то тоже жгет. Сейчас не видно, уже потух что-то. Выбрались на берег, значит, тут ничего не видно. Вот лодку причалили здесь. Нашли какой-то берег. Блин, ну, здесь глубина вроде как идет под берегом. Здесь песок, ну, крутовато, но выйти можно. Сейчас тебя снимать не буду, потому что мне сейчас будет все равно не видно. Сейчас вылезли. Идем дрова собирать. Разожгем костерчик. Вот такая полянка здесь. Так-то, в принципе, место неплохое. Будет светло, все покажу. Сейчас пока не видно. Все, сейчас разжигаем костер и включусь чуть попозже. Все, разложились немножко. Сделали костерок. Вот костерочек. Дров наготовили. Вот так вот. Столик у нас. Стульчики. Лампочка. Светильник на самую минималку поставили, чтобы сильно батарейку не жрало, а то пока не знаю, как она жрет. Вот он, берег Печоры, самый здесь. Потом рассветет, покажу. Что может быть лучше? На берегу Печоры посидеть у костерка. Красота. Сейчас покушаем немножко, чайку попьем, потому что еще чаю не пили даже. Там перекусили, пока лодки накачивали по-быстрому. Лодку. Вот. Очень много рыбаков плыли. Везде по берегам лодки, то там, то сям стоят. Очень много народу. Но выходной день, это понятно. Сейчас пока будем кушать, чай пить. Вот соберу фидер свой, удочку. Даже две мне там. Ну, вторая у меня обычная, спинник. Ну, какая разница. Оснащу, каша есть. Сейчас-то, наверное, смысла закидывать нет. Начнет расцветать. Тогда, наверное, может в час. Ближе к часу посмотрим. Может заброшу. Посмотрим, может, что попадется все-таки. Не зря же кашу варили. Фидер взяли. Более здесь глубина. Сюда припарковывались. Так глубина хорошая под этим берегом. И пока ничего не остается. Как бы спать сегодня, варить мы сегодня кушать ничего не будем, потому что, не знаю, как-то и не особо охота пока. Сейчас пока на сухомятке посидим, а завтра уже, может, днем сварим, может, под вечер что-нибудь будет видно. Пока так вот. Сейчас попьем чайку, значит, и не знаю, что. Может, попробуем все-таки порыбачить. Фидер заброшу, колокольчики поставлю, пусть слышно будет, зазвенят, если... Даже прикармливать не буду, может, в одну забью, заброшу, пусть стоит. Вот, ну ладно, если что, включусь. Если нет, уже с утра включимся. Потому что сейчас темно, записывать смысла никакого нет. Ничего не видно толком. Вот, ну все. Решили фидер забросить. Время для... вот немножко, ну, можно могу здесь отбрудить. Или вот тут могу отбрудить. Ну, сам ставится, делай больше. Решили, значит, порыбачить, попробовать. Пока делать нечего. Без 10-12 уже. Скоро расцветать будет. Хорошо по пачке не сделал, Ольга. Я хотел по пачке, Ольга говорит, да сделай по чуть-чуть, по половинке даже. Вот.
целая каша. Целая каша, говорю. Целый котелок каши. О. Сейчас рыбачить будем на вот такой бендюэль. Говорят, на нее клюет. Блин, вкусно пахнет. Сам, конечно, кукурузу не ем. Бондюэль. Блин, честно, вот никогда бы не подумал, что можно... А сачок-то у тебя где? Здесь приготовлено, здесь все уже. Что можно сачок-то что-то поймать. Ну ладно. Ну что, ночная рыбалка начинается. Просто не вижу, куда даже бросить. Ладно. Сейчас бросим куда-нибудь. А там видно будет. Куда-то бросил. Термос поставили. Что-то ночью ясь клюет. Может и клюет, но пока не здесь. Костерчик уже, ну, потухнул совсем. Пока ходили, там это фидер оставили, она все потухло. А лишь бы удилку не утащил, а то сейчас под килограммчика клюет. Ездец. Ездец, который называется... Ой, ну ладно, ждем. Вот оно место, когда мы вечером приплыли. Вот оттуда мы сюда плыли. И вот здесь причалили. В темноте было не видно, но сейчас-то хорошо видно. Все было в траве, вот такой же вот. Мы здесь вытоптали как, не знаю, полянку такую. Хорошо стало, и стульчики, и столик. Костерчик. В общем, рыба так и не клюет. Пока на фидер вообще ничего не клюет. На кукурузу. Тем более, странно почему-то. Хотя должна была, по идее, клевать вроде бы как. Но не клюет, и фиг с ней. Сейчас пойдем порыбачим на спиннинге, попробуем. Может, на них что попадется. Пока по берегу пройдемся в ту сторону. А там уже будет видно, что. Либо собираемся, либо остаемся. Посмотрим. Чисто случайное. Ситуевина. На примитивную снасть. Ну, покажи рыбу-то. Где рыба-то? Во. Фига себе. На рыбу похоже. Ух ты, бля, какой колючий. Руку уколол даже. Хороший. Так у меня такой же сорвался. Точно он. Это был он. Да? Давай опустим его. Отпусти. Пусть живет. Я отпустил уже тоже своего. Ты что сделал? Мы будем голодные. Ну ладно, у нас есть один ёрш, мы его съедим. Да. Ёрш это для ухи. Для удачи. Окунь, тебе повезло. Пока ты был первым. Ну ладно, все, отправляемся дальше. Радость-то какая! Во! Смотри, он кровит. Вот он не берет, наверное, нифига. Опять шпарит давление у этой рыбы. Что сейчас у Хариза вообще глаза вылазит, наверное. Да. Спустя 1000 забросов клюнул один окунь. Кто? На белую блесенку. Да. Что-то с клевом не того.
кидай к берегу прямо. Вот сюда прямо накидать. На робче вот такие места щука вообще сразу бьет. О, смотри, зацепился кто-то. Пушок. Да, окунек. То еле зацепился. Ой, сюда положил. Может быть. Щучка. О, нифига себе. Видел, схватила щучка. Вот она и гоняла здесь мелкая, блядь. А я сижу тут, играюсь. Она раз выпрыгнула с глубины. Вот. Это щуряка что-то гоняет, блядь. А как лягушка, смотри. Что там опять селитёры? Смотри, пофиг же. О! Опа, она запрыгнула. Не, это отпустим уже. Это уже не нужна мелочь. Да иди сюда. Она гоняла здесь мелочевку эту, блядь. Она и прыгала здесь. И на дерево. Мамку сюда тащить, блядь. И на дерево забросила. О, видишь, спасла. Несколько раз, главное. Хватает и все. Фига себе улов какой. Вот это улов. Это по-печорски. Печорский улов. Чёрская рыба, самая вкусная. Вот такая река вот большая. Самая жирная. А рыбу мы так и не нашли. Где ее ловить? Вот здесь харюс должен быть, наверное. Да, ямки. Тут, видишь, вот тут ямка, там дальше ямка. Там вот костер второй. Тут один костер, там второй костерный. Попробуем под вечер, может. Сейчас чайку попьем, отдохнем. Да, мы еще не спали, уже, блин, на пределе. Надо уже отдыхать. Сейчас немножко эту рыбку почистим, вечером уху сделаем ночью. Щучку взяли на ушицу небольшую, попалась, вторую отпустили. Но главное это вот кухе, что есть. О, ёрш. Ёрш, окушки и щучка небольшая. Ну, что клевало, больше ничего не клевало. Вот, поэтому сейчас чайку попьем, отдохнем. Тоже он на лодках сюда-сюда гоняет, он, видимо, ни хрена сегодня. Не берет рыба. Вроде погода хорошая, что-то не... Тепло, идет. Хорошо, ветра нет особо. Рыба не клюет. Все, сейчас кушаем. Ой, кушаем. Чайку попьем и отдыхаем. И вечерком уже. Интереснее будет, наверное. Надеемся. Мы, в общем, не спим. Пока еще решили немножко пофидерить опять. Кукурузу закидывал, он не клевал. Соскочил с этого, с крючка, на под язык. Чуть не убежал. Клюнул на червя. Ну, сразу, да, взял. Кукурузу закидывал, сколько? Ну, минут 40, наверное, стояло. Че, небольшой подъязочек где-то? Да. Да просто дело в том, да. Что... Кукуруза не берет, а червяка сразу клюнул. Вот он и бундюэль. Нифига не бундюэль. Вранье. Червь. Червь вот сразу взял. Да. Без всякой каши. Ну, может, кашей прикормил, конечно, до этого кидал, но... Я даже не успел поставить его, удочку, ну, положить. У меня кончик дынь-дынь-дынь-дынь задергался. Вот так вот. Сейчас еще раз заброшу, попробую. Сейчас червячка одену. Один заброс, один и подъязок. Ходишь, ищешь там кукурузу только. Блин, может, да. Может, там ведь клевало бы ночью-то. Может быть. Хотя ёжик попался на червя. Сачок надо, нет? Да нет, так и нет. Еще, по-моему, меньше, что ли.
Ну он идет какой-то следом, тянется. Кишка. Окунь, наверное, или кто там? Не, подъязык. Подъязык тоже. Сорога, наверное. Сорожка, клопичка. Подъязык, наверное? Не, или кто? Подъязык? Подъязык маленький, красноперка. И окунь, и щука, и все это. Вкус отличается. Да, вкус. Ой, печерская уха. Харзинная есть уха, а есть вот это. Река накормила у нас. Ёрш, плотва, щука. Четыре варианта. Говорю, изящий можно положить, не слов. Большой. Аромат, конечно, да, совсем другой. Нормально. Это слово. Ну все, кушаем. И отдохнем пару часиков. Потом мы что, получается, только днем поспали 2 часа 3. Давайте максимум. По чуть-чуть голову. Все, не спали больше. Накапаем. Ну? Все, 2-3 часа. Два легли, по-моему, или во втором. 4 я уже тут на фидер вовсю ловил. Нет, спал. Ой. Давай. Чуть-чуть голову. Да, по чуть-чуть голову надо обязательно. Блин, вкусно. Засорвался, да, вкусно. Вот что маленький делает. Харзёвая уха, но нет. Ёрш. Вот если бы несколько ершей бы туда еще закинул. Ну тоже доны, да, ёрш? Наверное. Ёрш? В одном ползает. Песчаник, да. Донная рыбка. В основном со дна берет. Если на фидер харзю поймал, окуня поймал. Ерша, езжа. Всех поймал, в принципе, в этом году. Только по одному. Езжа одного, подъязка одного, плотву несколько штучек. Мелкий ерш. Высыльный, да, вот там, на этом. Видите, там. Там вообще вот такие ершины. Как это, плато вот такие, да. Вытащить, думаю, сначала окунь начать, потом ни хрена себе, ерш надо. Первый раз твоего ерша-то видел, такой крупный. Они обычно такие маленькие. Жица, конечно, классная. Совсем другой. Да, ради этого момента просто вот действительно можно в лесу ночевать. Ой, сейчас подберу.
любую погоду, на поесть его хотя бы рыбацкой на костре. Дома сварить совсем не то, конечно. Еще кожа соленая лежала, не просолилась. Так, ну что, у нас уже утро. Время 8 час. Проснулись. Сегодня выспались хорошо так. Потому что сегодня ехать домой тоже не близко. Комфортнее было ехать, поспали подольше. Все, сейчас все сложили уже. Сейчас будем выплывать, пытаться рыбачить. На фидер ночью так ничего и не клюнуло. Такая плотвичка попалась. За ночь отпустил ее. Ничего крупного не было. Мелочь. Все, сейчас будем выплывать и рыбачить на спиннинг, пробовать. Так-то прячется рыба. Опять же, может, плотва там, да, или ясь. Вот. Дальше вверх, наверное, не поплывем уже, потому что по времени не успеем. Нам возвращаться домой надо еще, пока сплавимся, сейчас самосплавом. И потихоньку будем откидывать спиннингами. Может, на удочку папа где забросит. Я так не раскладывал удочку и, наверное, не буду уже. Так чисто на спиннинг. Ну, как-то так вот. Опять мошкара вам повылетала. Ночью хорошо, вообще никого не было. Балдеж. Ни мошкары, ни комаров, ни холодно. Отдохнули классно, выспались, конечно. Вот, ну все, собираемся и выплываем. Встретимся, наверное, уже на воде. Если будет что-то, конечно, клевать интересное. Ну, что-то там рыба первая. О, ну, хороший кусок. Ну, такой же где-то поболее даже гнался, по-моему. Да. О, на такую. Салатовую. Тут покрупнее, по-моему, чуть-чуть был, который гнался. Да. Это все, что нам пока удалось поймать. Нас таскает потихонечку все равно. Ну, так-то нормально, потихонечку плывешь. Что ты тянешь? Подсак нужен, да? Да. Что-то хороший дергает. А, окунь хороший, да. Ты его забакрил? А, нет. Ушел. Видишь, плохо тут один крючок вот. Хороший такой кусок был тоже. Ну, силиконки клюет, а металл не хочет. Там трава какая-то цепляется. Он здесь стоит в травке, наверное. Вон, и там впереди плещется. Там везде плещется. Вон, и там, везде. Надо тормозить. Трава там цепляется. Трава? Ну, это же. Это два раза дернуло. Ну так-то вроде. Ну, трава, трави-то нет. У меня кусок дернул два раза. Дернул, дернул. Первый раз, второй раз. Дик. Опа. Че? Есть? Здесь силиконку, железку кидаю. Ну, хорошо тянется, крупненький опять идет. Ну, Леха. Надо вытянуть, не дают ему слабину, главное не дать. Он идет на. Ну, слепается. Ну-ка. Плохой. Стоит, так он его сожрал, хорошо у нас. Да. Кушки хорошие. Мы-ка, тоже силиконку ставить придется, похоже. Здесь рыба любит силикон. Рыба плещется, а не клюет. А что, тоже может сик быть, наверное, да? Непонятно, ну не берет, ну не окунь, походу. Видишь, он как булькается. Булькается, булькается, булькается рыбеха. Что за рыба, интересно? Тут косяк целых. Так.
Подъязки. Плещется и плещется, блин. Какая-то непонятная рыба. Не хочет мою зеленую эту. Я уже не знаю, что ставить. Вообще фигня какая-то. Вообще ничего не берет. Блин, такие места рыбные. А получается безрыбные. Нас несет на коряги. Где вот она, рыбеха? Почему она не хочет брать? Бывают дни на Печоре, когда не клюет, и мы в них попали. Мошкарьё. О, он гонится, видишь? Я видел окушка за блёстенькой. Идёт, смотрит, глазами хлопает. О, чё себе, дерево поймал. Очень хорошо клюет трава. Стабильно. Сеном пахнет, да? Как на сенокосе. Рыба есть, но неактивная она совсем. Все, закончилась у нас двухдневная рыбалочка. Две ночи провели на реке Печора. Рыбалка, в принципе, состоялась, получилась. Не такая результативная, как хотелось, но все же. Главное, мы поели ухи, поймали из четырех видов рыб, ушицу сделали. Ну, что попалось, попалось, что не попалось, не попалось, в следующий раз попадется. Походу, просто попали в такой бесклевье, возможно. Потому что до этого ездили ребята все с рыбой. Большие, крупные, ези, и щука, и окунь, все брало. Сегодня ничего, ни сегодня, ни вчера не брало. Ребят встретили по пути тоже. Тоже, говорит, вот такая фигня, поклевывает, то редко. Ну, так бывает. Это рыбалка. Поэтому не расстраиваемся, ничего страшного. Главное, провели время хорошо. Отдохнули. Сегодня вообще выспались, так классно. Ну, сейчас он дождик, он натягивает тучки. Сейчас начнется дождь, нам сейчас по-быстрому складываемся. Сдуваем, чтобы засуха собраться. Вещи не намочило. Все, и стартуем до дому. Следующая рыбалочка, наверное, уже не сюда поедем, может, в другую речку. Тут еще и речки тоже хорошие есть. Может, повезет в следующий раз. Ну, так вот, вроде бы как все. Всем спасибо, кто смотрел, ребят. Всем до встречи на охоте и рыбалке. Всем пока.